Владимир Путин сегодня проводит переговоры с эмиром Катара, Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, который находится в России с первым официальным визитом. Лидерам предстоит обсудить сразу несколько вопросов, важных не только для двусторонних отношений, но и в сфере безопасности на Ближнем Востоке. У нас есть необходимость поговорить о взаимодействии и согласовании позиций в энергетике, особенно в газовой сфере, поговорить о инвестиционном сотрудничестве, ну и, конечно, обсудить ситуацию в регионе. Катар очень важная составляющая часть ситуации. И мы рассчитываем обсудить с вами эту ситуацию, обменяться мнениями, поискать решения и развязки на любой сложный проблемный вопрос. Эмир Катара, в свою очередь, заявил, что Россия сегодня играет основную роль в обеспечении стабильности в мире, в том числе в ближневосточном регионе. Также политик напомнил, что странам в последнее время удалось достичь важных результатов в сфере инвестиций.